Здравствуйте, друзья! Кто меня не знает, зовут меня Алексей Сгурский. Сейчас я нахожусь в городе Мариуполе, ну и сам я живу из города Мариуполя. Сегодня среда, 3 апреля, и компания выплачивает деньги вот на такую пластиковую карточку. Каждую среду деньги приходят на счет. Тем, кто работает. Так, тут у нас где-то $640. Кто-то за такие деньги целый месяц ходит на работу. Выразим им большую благодарность. Наверное, сотками нашпуляют. О, это еще что за прикол? Это называется приватбанк. Устал выплачивать деньги нам. Думаешь, так, да? Да, ребята, несмотря на то, что бизнес у нас связан с тем, что мы продвигаем на рынок эксклюзивные высококачественные товары, строится он исключительно с использованием интернета. Поэтому ваш бизнес с вами всегда в любой точке планеты. То есть, если кому-то интересно, вы можете в конце видеоролика будет ссылка, пройти по ней, указать свои контактные данные, чтобы я с вами связался. То есть здесь имеет значение только ваше желание. Так, бизнес интересный. Банкоматы. А кто, может быть, просто надоел ходить на работу? Или у кого есть бизнес, который достал? Пластиковая карточка в любой точке планеты порадует ваше существование. Теперь полтинники. Так, 1600 плюс 1600, 200. Так. Да, не договорил. Если вы примете решение стартануть, то здесь в первый месяц, если ничего не мудрите, следовать четкой инструкции, так это бизнес по франчайзингу, то можно заработать $1000 в первый месяц. Только еще раз повторю, это бизнес, а не дополнительный доход. Так, если мы ведем... Так, ты 200 снял. Так, ну давай еще 600. Хватит. Тема как бы только начинается. У нас есть и девочки, которые дома с детьми сидят. Язык без костей. И как я говорю, мой бизнес чисто информационный. Я дал человеку информацию. Вот бизнес и о продукте.
Кому надо, сами закажут на сайте. Кому надо, будут делать то же самое. Так. Ладно, на развод останем. Оставим еще немного. С вами был Алексей Сгурский. Если вас эта тема может заинтересовать, регистрируйтесь по ссылке в конце видеоролика или под видеороликом и оставьте свои обязательно контактные данные. Я с вами выйду на связь и расскажу, что и как здесь нужно делать. Всем удачи и до свидания. В любом случае, всем успехов.